дни празднования 48-летия Висагенеса, кроме широкой культурной и развлекательной программы, в городе проходило множество различных спортивных мероприятий, также приуроченных к празднованию Дня города. Одно из таких мероприятий – турнир по теннису среди девушек, который состоялся в воскресенье 6 августа. Наш клуб традиционно участвует в празднованиях Дня города, и в этом году тоже не стало исключением. Мы проводим праздничный турнир «Микс», посвященный празднованию Дню города. Участвуют наши члены клуба «Висагена Теннисос». И, в общем-то, особенно хочу заметить, что наш клуб развивается. В этом году в нашем клубе становится все больше и больше женской половины. Поэтому мы в этом году решили сделать турнир исключительно для привлечения девушек, женщин. И турнир проходит в формате «Микс». Участвуют пара, мужчина и женщина. Участвуют 8 пар. Вот сегодня целый день мы играем на кортах. И уже совсем скоро, в дни проведения фестиваля «Висагена Кантри», стартует традиционный международный теннисный турнир, организатором которого также является Висагенский теннисный клуб. Действительно, мы, в общем-то, вот уже, наверное, 5 лет параллельно с фестивалем «Висагена Кантри», наверное, даже не параллельно, а вместе делаем у себя парный турнир, посвященный «Висагена Кантри». Приезжают участники со всей Литвы. Он проходит в 3 дивизионах. Это дивизион «Сильная группа», Power, средняя группа, тех, кто играет, скажем так, 40+, и проходит в дивизионе Masters Plus, это старшее поколение, 55-60+. Поэтому всех гостей города, жителей города приглашаем посмотреть, поддержать, в том числе как бы членов клуба «Висагена Теннисос», наших жителей. Ну и, в общем-то, пользуясь возможностью, я хочу поздравить всех висагенцев с Днем города, пожелать всего самого хорошего.